Здравствуйте, ребятушки, всем привет. Короче, наверное, все помнят, когда я беленький коньяк ставил, ребятушки. Я вам сейчас напомню дату. Значит, 12.10.20. То есть, все поняли, да, ребятушки, это было 12 ноября. Да, ноябрь, да. После день милиции, через один день или через два дня, короче. Сейчас я вам покажу, ребята, еще потом вторую достанем. И вот после ноября, какого она цвета, ребятушки. Естественно, продегустируем. Но я уже успел вне кадра за это самовать. Ну, вы помните, да, ребята, процесс? Собираем неспелый, недоспевший виноград. Морозильник его. И потом заливаем 60-градусным дистиллятом. Ребята, естественно, лучше будет коньячным спиртом за это самовать, ребята. Но если нет коньячного спирта, и сливовица пойдет, и т.д. и т.п. Сейчас давайте вторую достанем, ребята, еще. Так, это уже трехлитровая. Вот, ребятушки, вот то же самое. Ну, смотрите, тогда, значит, более красноватых кинули сюда, ребята. А зеленых сюда. Вот смотрите, они совсем, ну, с косточками и т.д. и т.п. короче. А ну-ка эту тоже откроем. Да. И что я собрался сейчас сделать? Еще, ребята, такой маленький лайфхак по-грузински, естественно. Баночку помыли, накрыли сверху вот такой штучкой, ребята. И она всегда чистая, то есть. Поняли, да? Вот вороночка, ребята. Воронку засунем в банку. Потом вот эту сеточку. И за это самую в нем. Ну, естественно, сначала продегустируем, ребята. Я сейчас открою. Опс. Оба-на. Вот она. А ну-ка на нюх посмотрим. К счастью, очень быстро у меня нюх за это самого совернулся ко мне. Не знаю, люди говорили, что некоторым месяц, два, три понадобилось, а мне буквально неделя. И нюх вернулся в нашу сторону. Ну что, ребятушки? Сейчас продегустируем чуток. Посмотрим, что у нас получилось, короче. Ну и постараюсь, естественно, как всегда, передать вкус. Но мне что-то вот больше вот этот прикалывает, не знаю. Вот сладкий запах, ребятушки, вот какой-то сладковатый запах. Ну, не знаю, посмотрим, короче. Так, сейчас я пролью так, наверное. Ох, как пролилось. Ну, ничего, ребята, где ничего нету, там ничего не портится, ничего не проливается. Вот он такой из себя, ребятушки, вот. Видели, да? Такой, ну, прикольненький, короче. Ну что, ребятушки, хочу выпить, естественно, за мир во всем мире, ребята. И за крепких семей, ребята. За крепких семей хочу выпить. Чем больше, ребята, в государствах, в республиках будут крепкие семьи, да, тем крепче
будет государство, ребята, все. И это не обсуждается. Я только за крепкую семью. Чтобы мужик жил всегда с женщиной. А женщина, чтобы жила всегда с мужиком. Ну все. Больше я ничего не говорю. Давайте я попробуем сейчас. Ну, чуть-чуть за это самое посмотрим. Ну, не знаю. Ну, крепость, естественно, чувствуется, ребята. Мне там сказали, что много винограда и крепости из-за этого самуются. Но мне сейчас уже нормально. Я так язычком провелся. И хоккей. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, пока не выпьешь, короче, не поймешь, что это такое. По-моему, ребятушки. Ну что, ребята, за крепких семей, за мир во всем мире. Он необычный, да, вкус, необычненький такой. Но я вам скажу, ребята, что вот именно что есть коньяк, коньяком близко и не пахло. Вот по моему вкусу. Наверное, это из-за того, что мы с Львовицей разводили, а не коньячным спиртом. Но даже если коньячным спиртом развести, да, ребята, вот, ну согласитесь, ребятушки, что без дуба никак нельзя это коньяком назвать. Или что-нибудь другое еще. Но, если честно, меня это самовало уже. Сейчас поднимусь, таможня сразу через фейс-контроль. Где пил, сколько пил, зачем пил. К счастью, у нас, ребята, сейчас дожди пошли в Грузии. Слава Богу, Господу Богу, дожди пошли. Огород вообще буш-буш, короче. Ну, а за это самуется хорошо, ра. Поливается туда-сюда и т.д. и т.п., короче. Ну что, ребята, сейчас я гляну на секундомер, потом начнем это самовать. Ну, по-моему, больше 3 литров тут никак не получится. Даже 3, даже, ну, 2 получится, по-моему. Потом что сделаем, ребята? Значит, она, естественно, за это самуется муть. Муть за это самуется, ребята. И муть этот потом через морозильку можно, короче. Понимаете, да, там твердая фракция, или как называется, вот эта гравитация вся оседает. И за это самуется. Блин, как хорошо стало. Аж покурить захотел. Вот такие вот пироги, ребята. Ну, не знаю, ребятушки, кому интересно будет, что получилось. Естественно, я все не выпью. Да-да. Да-да-да. Уже язык заплетает. У меня еще в запасе есть, что пить и т.д. и т.п. Короче, так что молодец, аж бегом. Такие вот пироги, ребята. Да, второй в очереди становится уже. Я вот чувствую так. Чувствую. Ну что сейчас за это самуем? Вот смотрите, лайфхак какой. Это осторожно снимаем. Вот так. Чукс. И она чистая. Аж бегом. Это тоже снимаем. Сюда ставим. Так. Это тоже за это самуем сейчас. Вот так, пожалуйста. Почему ты у меня болтаешься? А в принципе можно фокус-мокус сделать сейчас. Видели? Я на вплотную подошла.
Ну что, ребятушки, как наблюдаете, уже колыбельная вот справа поет самогонщика колыбельная, значит, она за это самуется, там, знаете, это вот как этот, опускается как, да? Ну что, ребята, это дело, естественно, пойдет на перегон, ребятушки, естественно, ни в коем разе его кушать нельзя, это на перегон. Не знаю, вам слышно или нет, но очень так кайфово, короче. Течет, за это самуется и т.д. и т.п. Ну что, ребятушки, естественно, на один грех заканчивать. Я сейчас окуну и тоже попробую, ребятушки. Мили, а все равно пролилась. У меня такой девиз. Ничего нет, там ничего не проливается. Вот, ребятушки, вот такой вот цветок, цвет, то есть, и т.д. и т.п., короче, вот она. Ну что, ребята, выпью сейчас за дружбу народов, ребята, и т.д. и т.п., короче, и за все хорошее, ребята, без добру, ребятушки. И т.д. и т.п. 12 да. Утром любишь, потом свободный, да? Я одну штуку выпил, уже бухой стал, да? Ну что, ребятушки, еще раз повторюсь, кому интересно, что у нас получилось, заказываем и т.д. да и т.п., короче. Давайте. За все хорошее. За дружбу народов. И как учили меня. Вот так вот. Глотку открыли сразу. Бабах. Какой там из-за это самое. Вкус потом сам по себе уже по организму пойдет. То ли, ребята, аппетит в еде приходит, то ли это повкуснее, я вам отвечаю, а? Почему так вечу стало? О, ну, не знаю. А, все, я понял, ребята. То есть, почему? Сейчас я объясняю. По-моему, естественно. Значит, здесь она более крепкая была. А это вот прям, смотрите, сколько мякоти там, и такая сладость прикольная чувствуется, короче. Поняли, да, ребятушки? Т.д. и т.п., короче. Не, молодец, я набухался бы этим спиртным. Но нельзя. Мне вообще пить нельзя, блин. Ну все, ребятушки, пока-пока, короче. И т.д. и т.п. В конце что-нибудь да получится. Я так думаю. Давайте, ребят, пока-пока. Вот такие вот пироги, короче.